Друзья, надо мы продолжаем что тему делают? Самочувствия и погоды. Все дело в том, что наша коллега Татьяна Рябова задалась вопросом, каким образом поступать, если вы метеозависимый человек, и в перепады погодные, когда плюс 12, потом сразу минус 1, а на следующей неделе вообще минусовая температура. Да. Как гипертоникам, вот гипотоникам, как быть, как мерить давление и вообще, в принципе, как стабилизировать свое состояние? Татьяна ответит нам на все эти вопросы. Татьяна, вещай! Чуть-чуть. Yeah. Коллеги, доброе утро, уважаемые телезрители. Ну, на самом деле, конечно, сегодня я тоже с утра обеспокоена своим состоянием. И вот пришла к прекрасному специалисту в межрайонную поликлинику номер 5. Рядом со мной находится Екатерина Владимировна Шейн, заведующая отделением медицинской профилактики. Сейчас мы с ней будем измерять мое давление. Здравствуйте, доброе утро, Екатерина Владимировна. Так, видите, специалист сейчас немножечко занят. Сейчас узнаем результаты. Татьяна, хочу вас обрадовать. С вашим давлением все в порядке. Цифры не озвучиваю. Несмотря на то, что, как мы все знаем, погодные условия у нас сейчас меняются очень резко. Мы живем в Сибири, в резкоконтинентальном климате. Кроме этого, еще какие-то увеличения идет солнечной активности, поэтому меняется и скорость ветра, и его направление, меняется атмосферное давление очень резко, меняется температура воздуха в течение суток с плюса на минус, с минуса на плюс. Поэтому, безусловно, мы с вами, как живые организмы, не можем не реагировать на такие события. Кроме этого, я хочу сказать, больше всего зависит от таких состояний пациенты, которые уже страдают какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярное заболевание. Что это такое? Это болезни сосудов головного мозга. Екатерина Владимировна, скажите мне, пожалуйста, а много ли к вам уже обращаются, или вообще ли часто люди, вот действительно, когда резкие у нас перепады температур, вот, например, сегодня нам обещают плюс 12, уже в это воскресенье нам обещают 0. Люди действительно много ли приходят, и кто это в основном? Это может быть и молодежь, и пенсионеры, да, или, например, это только люди, вот, например, старшего уже поколения. Вы знаете, на самом деле метеозависимости подвержены все. И пациенты старшего поколения, среднего, и молодые пациенты. Обратить внимание на такие состояния следует лицам, у кого в семье были уже люди, страдающие артериальной гипертонией, сахарным диабетом, какими-то заболеваниями почек, чем-то еще. Что для того, чтобы избежать каких-то грозных осложнений от таких ситуаций, что это за грозные осложнения? Это могут быть гипертонические кризы, это могут быть приступы стенокардии, вплоть до острого инфаркта миокарда. Могут развиться острые нарушения мозгового кровообращения, то есть инсульт. Вот для того, чтобы избежать таких состояний, нужно идти к врачу? Нужно прежде всего контролировать свое артериальное давление. И если вы заметили несколько раз повышение свыше 140 на 90 миллиметров ртутного столба, однозначно идти к врачу. Если вы почувствовали легкое недомогание, головокружение... Что делать? Как можно себе самому помочь? Самому помочь? Ну, наверное, все-таки на самолечение мы с вами не будем ориентироваться. Обратиться к врачу, если что-то у вас вот не получается, то в каждой поликлинике существует кабинет неотложной помощи. Поэтому или врач, или кабинет неотложной помощи. Но если у вас уже определены, диагностированы эти заболевания, то необходимо прежде всего не пропускать диспансерные осмотры терапевта, не пропускать и не упускать, и соблюдать все рекомендации своего лечащего врача, кроме приема лекарственных препаратов, еще и соблюдать режим труда и отдыха. Это очень важно. И еще хотелось бы напомнить несколько простых, но эффективных правил. Но желательно, конечно, или полностью отказаться, или ограничить потребление алкоголя. Почему? Потому что алкоголь может взаимодействовать с вашими лекарственными препаратами. Отказаться от табакокурения, следить за своим рационом питания. Что такое следить за рационом питания? То есть это только правильные продукты? Ну, как сказать, правильные продукты ограничить. Ну, нельзя себе во всем отказать. Да, согласна. Да, поэтому вот сейчас, если у нас идет Великий пост православный,
разных, то, наверное, мы этим воспользуемся этой ситуацией для того, чтобы немножко восстановить свое здоровье. Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, если, например, вот сегодня, например, будут люди, да, плохо себя чувствовать, вот сидят на работе, да, вот повысилась действительно температура за окном, конечно же, все хотят прогуляться, но вдруг у кого-то заболела голова, не знаю, там повысилось давление, можно ли, например, отпроситься и пойти домой? Вот это будет правильное решение? Вы знаете, на самом деле, просто так, наверное, отпроситься и пойти домой, не получив медицинской помощи, это, наверное, неправильно. Обратитесь к доктору или в кабинет неотложной помощи, где вам окажут неотложную помощь в соответствии с вашим состоянием. Самолечение, наверное, здесь не лучший вариант. В общем-то, если подытожить, Екатерина Владимировна, что нужно делать метеозависимым людям? То есть это, конечно же, это постоянно следить за своим давлением, правильно? Постоянно за своим самочувствием, а не только когда, например, вот что-то происходит с погодой, то сразу же идти там к специалисту, да? То есть это должно быть регулярно. Совершенно согласна. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. А у вас такое бывает, например, что вот, например, погода резко скачет, и, например, настроение, да, там улучшается или ухудшается, или, например, там, не знаю, там самочувствие тоже портится. Вот у меня лично? Ну, я же живой человек, конечно, бывает. Замечательно. Спасибо вам огромное. Коллеги, представлю вам с удовольствием специалиста, с которым мы сегодня общались. Это Екатерина Владимировна Шин, заведующая отделением медицинской профилактики межрайонной поликлиники номер 5. Всем отличного сегодня настроения. Спасибо огромное, что это утро вы встречаете вместе с нами. Будьте здоровы. Коллеги, вам слово.